17 февраля во время рабочей поездки в Певек делегация окружного правительства во главе с губернатором Романом Копиным посетила Чаунскую районную больницу, где в течение месяца планируют запустить компьютерный томограф. Для этих целей уже отремонтировали 3 кабинета на первом этаже учреждения здравоохранения. Томограф установлен, рентгенолог и лаборант прошли обучение для работы на новой технике. Аппарат уже работает, но нужно обеспечить его резервным питанием на случай аварийного отключения электроэнергии. Также необходимо установить дополнительное программное обеспечение. Ждем приезда специалиста, который будет устанавливать необходимые протоколы исследований, сообщил делегации главврач больницы Николай Никодюк. Первоначально планировалось, что специалист проведет наладку оборудования до конца марта, но глава региона поставил задачу ускорить работу.